Рискуем жизнью за минимальную зарплату. В пятницу одиночный пикет на площади Революции провели ивановские спасатели. Сотрудники управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности региона. Функции этого подразделения точно такие же, как у МЧС. Те же дежурства, опасная работа и вредные условия труда. А вот зарплаты ниже в несколько раз. Как вы последите? 10 400. Ну, плюс налог. Ну, так он прожиточный минимум, так оно и получается. Мы, конечно, не претендуем на такие зарплаты, как сотрудники МЧС. Но уж хотя бы не прожиточный минимум. Тут, ну, смешно же ведь на самом деле. Я не знаю, почему так. Нам бы тоже это хотелось знать. Дело в том, что в отличие от сотрудников МЧС, зарплату которым устанавливает и платит федеральный центр, управление по обеспечению защиты населения относится к юрисдикции области и оплачивается труд спасателей из областной казны. Ставку устанавливают региональные депутаты. На последнем заседании облдумы парламентарии утвердили бюджет на 2020 год, а спасателях вновь забыли. Это и стало последней каплей. Люди в форме вышли с пикетом, несмотря на возможные санкции. Не боятся, наверное, только дураки. Ну а с другой стороны, зарплата 10 тысяч. Ну, что ж, уволят, значит, уволят. Конечно, за это-то вряд ли уволят, найдут за что другое уволить. В состав управления по защите населения входят спасательные и пожарные отряды как областного центра, так и муниципалитетов. В пикете приняли участие пока 5 человек. Но условия труда одинаковые у всех сотрудников ведомства. Если ситуация не изменится, скоро спасать придется самих спасателей от нищеты. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.